have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Кажется, Хершел воспринимает наше решение довольно спокойно. А с кем ты разговариваешь? Приятно идти новому. С кем ты, извини, мне разговариваешь? У кого карта? Вот у меня карта. У нее, по-моему, начались глюки. Или же... Я единственный человек, кто добрался сюда в одиночку. А, это печально, на самом деле. Так, мы тут выбираем или... Или не выбираем. Ладно, поехали за бензом. Рискованно, здесь может быть горючее. Ну, другой-то мы выбрать все равно пока что не можем, так что отправляемся. А дальше у нас, скорее всего, будет выбор. Ну, хорошо. Эта игрушка, я смотрю, вам тоже понравилась. Мне она понравилась. Я, правда, в первой серии понасовершал кучу ошибок. Да, это я. Вот. Но все... О, а там человек? Надо добежать... Ага, и там еще сбоку эти, я не заметил. Надо добежать до бутылки. А, ты его убил! Забираем бенз. Ну. А. Я немножко успел подзабыть. Так. Конец хода. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я не понимаю, он со мной, не со мной. Я могу его облить бензом? Что, блин? Только не обижайтесь. Минуточку, он хочет... залить. Как ты залила спереди? Я теперь из-за него не могу... Могу? Забраться? Могу, хорошо. Я думал, я теперь не могу из-за него завестись. До свидания. То есть мне нужно было на перегонки с ним бенз лутать? А почему я не могу в эти места заехать? Почему я теперь могу только за бензом заезжать? Погодите, а в чем прикол? Это из-за того, что у меня нет напарника? Может, мне стоит начать... Потому что у меня последний... Стойте, почему у меня последний... Он что, с моей машины тоже успел бенз слутать? Окей. Супер. Залить. Я не уверен, что я могу. Так, забраться не могу уже. Конец хода. Я могу туда сходить, да? Уже не следует. Они уже здесь. Они уже здесь.
Мне кажется, я все очень сильно наперекосяк делаю. Ладно. У меня пропадают повороты, я не могу никуда. Так, теперь отремонтироваться. Поехали. Посмотрим, короче, до конца сегодняшней серии. И, возможно... Возможно, нужно будет перепройти немножечко. Короче, ладно. Посмотрим, как это все будет происходить. Нет, тут замок. Замком я ничего не смогу сделать. Нет, зачем ты ее положил-то? Ну, конец хода. Блин, а вот эта штука, она большая. Не-не-не-не-не. До свидания. Ну, там сейчас новый вылезет, да. А, с этим я... Но он мне сейчас догонит. Да. Слушайте. А мне ведь реально придется сейчас переигрывать. Давайте тогда так. Черт. Я думаю, давайте попробуем с самого начала. Нет, не хочу. Я понимаю уже, насколько я много ошибок понаделал. Давайте с самого начала. Путешествие завершено, да. Миль стоянок, дней без бензина, брошенных один. Готово. Давайте начинаем заново. Так будет более правильно, потому что теперь я хотя бы понимаю, что происходит. Новая игра. Восточное побережье. Ну, давайте с самого начала. Будет... Да, я в курсе, спасибо. Вот, день первый, отлично. Вон у нас есть чувак. Уж я не знаю, спасать нам его. А, серьезно? У нас еще и каждый раз рандомный игрок. Теперь мы играем за Беннета. У чувака есть сумка. Ну да, ладно, у нашей девушки тоже была сумка. Но наша девушка... Звучит как что-то максимально коммунистическое. Моя девушка. Наша девушка. Мне понравилась зажигалка играть. Вот сюда. Конец хода. Так, стоп. Давай меняем их местами. Я могу его бутылкой шарахнуть. Привет. Ну, тоже рад тебя видеть. Убить. Палка убивает тихо, я понял. В этом плюс. Да, привет, привет. Пригласить. Приглашаю. Хорошо, по крайней мере, он... Рауль его зовут, у нас два парня. По крайней мере, он не стал меня бить. Знаете? Так, машина у нас... А, машину он уже залутал. Что там? Отдохнуть. Конец хода. Ладно, начало у нас довольно лайтовенькое. Так. Взять. А, у нас там аптечка есть. Конец хода. Я, наверное. Так, Рауль, садись в машину. А ты, дружочек, у нас. Возьмешь еще вот эту палку, потому что одну мы сломали. Палка это стелс, по крайней мере, против мелочи. Что уже круто.
забраться. Завестись. Да-да-да, что-то не так. Выбираемся отсюда. Что-то не так. Вот, сейчас сработано уже гораздо лучше. Надо подумать. Надо подумать. Очень радуюсь, что на встречу. Угу, я тоже. Ну хорошо. Итак. Верно. Давай посмотрим по карте. Давай. Вот, у нас есть выбор. Мне рассказали, тут хватает полезных вещей. Или же... Отлично, заправка с привидением. На заправке с привидением, мне кажется, мы уже были. Поехали на полезные вещи. Погоди, 3 бенза туда? Ну, хорошо. Отправимся. Ну, по крайней мере... Это первый раз что-то такое, куда мы едем. Просто опять... Просто ездить за бензином, это, конечно, тоже, да, но на самом деле нет. Так, но бенз тут тоже есть, что уже хорошо. Так, ты, дружище, выходишь. А, у тебя тоже есть палка, хорошо. Убить. Ну, ладно. Так. Ну, поехали тогда лутаться. Аптечка. Супер. Пока что так. Конец хода. Надеюсь, там оно небольшое лезет, понимаете? Камень. Давайте полуразбитую палку я пока выкину. Ты у нас, дружище. Ты сможешь? Блин, а у нас... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как это печально. Я могу ее выложить как-то? Могу. Иди за палкой. Мы сейчас будем их калашматить. Так, а ты у нас, дружище, пока что залить. По крайней мере, один бенз себе отобьем из 3 потерянных. Конец хода. Так. Убить, да. А ты будешь лутать здесь. Ничего. То, что они вылазят потихоньку, это на самом деле не проблема. У них уходит много времени, то, чтобы вылезти. А ты кто такой? Посмотреть. Интересная книга, интересная. Может быть, удастся что-то на что-то выменять. Я понял. Нам, в принципе, можно уже бы... У меня есть зажигалка? У него сходу и сумка, и зажигалка? Неплохо, неплохо. У нас нету с собой палок, что печально. Ну, одна бутылка, да, но бутылка шумная. Фиг с тобой. Забраться. Знаете чем? Подождите. Блин. Нафиг бутылку.
Подними аптечку. Аптечка куда более ценный ресурс. Бутылки можно абсолютно везде надыбать. Собраться сейчас не получится. Конец хода. Сядь. Завестись. Все, выбираемся отсюда. Может, мы могли в супермаркет, кстати, зайти? Я не подумал об этом. Жаль. Надо было. Так, бенз или же... Люди оказались в западне. У нас останется последний бенз. Ну, давайте, я рискну, наверное. Это интересно. К тому же, может быть, получится, чтобы мы еще один бенз нашли. К тому... Ну, а как можно двумя машинами путешествовать? Просто машина на три человека. Вот мы сейчас еще кого-то найдем. Да, это будет классно. День первый, ночь. Спасибо. Класс. Сортировка. Ну, как бы, да, тут больше ничего не сделаешь. У всех руки забиты. Нам придется... Даже не знаю, что придется. Это печально. Так, хорошо. Люди оказались в западне. Дуй сюда. Нужна аптечка. Отлично. Книгой на полу ничего не станется, я надеюсь. В дождь. Это глупый вопрос. Но он присутствует. Так. Во-первых, убиваем. Во-вторых... А я могу так? Дождь идет. Погодите, ну дождь. А, ну ладно, дождь гасит потихонечку. Мы найдем, так получается, третьего человека. Я могу пока что эту машину утонуть, не? Ладно, ты вот эту бочку пока будешь латать. Палета? Давай вместо палки. А зачем? Ладно. Я не буду спрашивать. Это как щит, типа? Уронить. Ну, конец хода. Одну аптечку мы сейчас потратим, да. Здравствуйте. Спасибо. А пригласить я его больше не могу, да? Или могу, но не этим? Могу, но не этим. Это тратит действие, нормально. Так, мы получили третьего чувака. Так, пусть он берет палку. Все, у всех ходы позакончились, надо книгу подобрать. У тебя есть место свободное, вот. Садись. Кстати, знаете что? Подождите минуточку, у меня есть идея. А что если... У
Мне нужна бутылка. Мы сейчас вот этим вот третьим чупстиком пойдем вот сюда. Конец хода. Я думал, что можно две вещи с собой взять. Выключить. Наполнить нельзя, да? Печаль. Я думал, что бутылку можно наполнить и... Так, ладно. Дедуля. У нас за книгой идет. Книгу можно будет попробовать обменять. Я очень надеялся достать здесь где-то бенз. Но, видимо, не в этот раз. А, стоп, можно же лутануть Что-то я протупил. Еще одна книга. Ну, давай тогда книгу вместо этого. Хотя, возможно, об этом пожалею. А ты что? Тут кусок асфальта. Погоди, а тут можно тогда просто, получается, ходить, гулять, конец хода. Да, но в темноте ты фиг что разглядишь. Забраться. Жалко, что нельзя с генера слить... Не хватит времени, серьезно, сесть в машину? Подвинься. Ну тогда выбраться. А по что мы сейчас врезались? Ну, машина вроде пока что целая. Да. Ну что ж. Еще раз спасибо, что взяли с собой. Ну, пожалуйста. Да, кстати, вряд ли далеко. Скорее всего, будет опасно. Здесь наверняка можно раздобыть другую машину. А, у нас, в принципе, выбора нету. Ну, тогда поехали. Мы такие все классные, с книжками. Ну, хоть у одного палка есть с собой, то хорошо потыкать в кого-нибудь. День второй, рассвет. У нас тут здоровый есть. Это прям отвратительно. Но машина хорошая тоже имеется. Бенз есть. Сходу. Так. Почему оно не меняет место? Ну ладно. Факел могу сделать. Кстати. А вот насчет факела, это действительно интересная идея. А ты у нас, дружище, пойдешь за машиной и попробуешь ее вывести. Или за бензом лучше сходу. У нас вообще-то аптечка еще в машине. Еще аптечку надо будет забрать. Сортировка. А вот это что за... А, это возле него я выложил, я понял. Так, ну конец хода, допустим. Обалденно. Забраться. Сортировка. Аптечку сразу же. У нас тут вещей, у нас тут места много. Что уже хорошо. Теперь...
поездка. За бензом. Так, дед. Что мы там теряем? У нас там была вроде книга. Фига. Атаковать, но я ему ничего не сделаю, да? Факел. Есть, их это убивает. Супер. Дружище. Факел наполовину потраченный. Отходим от жары. Теперь ты. Я не то имел в виду, ладно, пофиг. Сортировку положи, просто бенз с собой. Если что, потом снимем его. Книжку тоже с собой. Все, немножко места у них поосвобождалось. Мы сейчас схватим палку, еще что-нибудь и просто свалим отсюда. Блин, там уже начал спавниться. Отлично. Нет, не забраться, стой. Палка хоть и полуразбитая, но она понадобится. Ты, дружище. Блин, там же была книга, ну ладно. Черт. Хорошо, конец хода. Нам после этого надо свалить отсюда. Эта штука поднёт машину. Какая печаль. Да-да-да, я хотел этого избежать. Я думал, оно не так быстро выкопается. Выбраться, всё, пойдём отсюда. Бенз мы сейчас заправим. Интересно, сколько в этой машине бенза. И печально, что нас боднули один раз. Это прям вот некрасиво. Ну что ж. Сортировка. Здесь мы заправиться не можем, да? Ну, поехали. В общем, факелом можно убить большого. Это круто. Вон у нас бенз есть, вот это можно обыскать. Два бенза есть. Нам нужно двух больших убить.
что-то тут не так. Понятно, что что-то тут не так, блин. А, у него палка тоже есть. Хорошо, конец хода. Угу, там начал выкапываться. Значит, дед. Делаем факел. И сжигаем вот это. Понятно, что появляются новые. Так, а у тебя что в руках? У тебя ничего в руках, ты вообще красавчик. Ёпы, РСТ, сколько их здесь? Как ничего нету, дружище, ты молодец, да? Та штука выкопалась. Короче, их чем больше убиваешь, тем тебе прям прикольнее, да? Красиво. Как факел, его еще на какое-то время хватит. Попробую убежать. Хотя я не уверен, что мне это получится. Облить. Жалко мне его. Ну, типа, бенз жалко. Попробуем как-то сейчас вырваться. Хватит еще одного хода залить. Ладно. Этот не дойдет, этот не дойдет. Мне до палки надо бежать. Это мой единственный шанс. Заглянуть-то мы заглянем, конечно, но... Конец хода. А как ты меня бьешь через эту фигню? Так, Раулю хорошо, я понял. Залить. Не ты! А почему он забраться-то не может? Нет, а ее использовать можно-то на себя или нет? Лечить тоже не получится. Сортировка. Положи тогда сюда. Заводимся.
набирай бензин. Потом зальемся. Выбраться. Жалко, потеряли одного. Сложно, согласен, сложно было. Ну, то есть, возможно, из-за того, что я их много убиваю, они еще больше вылазят, потому что они орут. А как их убивать тихо, я не знаю. Вроде как и палкой их тыкаю, но такое. Ладно, в этот раз мы хоть и на покалеченной машине, но по крайней мере нас двое, у нас есть аптечка, у нас есть еще пару вещей. Мне кажется, немножечко получше, чем прошлый чекпоинт, который у нас был. Хотя машина, да, мечта сбылась, это уж точно. Теперь, когда руль не с нами, многое уже изменится. Не поспоришь. Ну вот и не спорь. Мне же уже и сомнений не было, что мы покойники. Точно. На самом деле довольно сложно, или мне так кажется. Мне беспокоит, что нечем чинить машину. Угу. Ага, соглашусь. Карта у тебя. Угу. То есть у нас или полезные вещи, или заправка, или... Чтобы узнать, надо подобраться поближе. Вот на вот эти вот пикниковые места мы почему-то заезжать не можем. Ну, по определенной причине. Или у нас бенза не хватает, или у нас не хватает, не знаю уж, чего, прочности. Без понятия, почему. Вот, но я бы поехал, так, три. У нас останется один, еще один или два мы сможем сверху заправить, которые у нас там валяются. Сюда два бенза. Там точно бенз будет. Ладно, ребятушки, думаю, на этом пока что будем заканчивать. Прикольно, интересно. Пишите, что вы думаете. Может, какие-то советы будут. Я с удовольствием почитаю, послушаю. Пока что на этом все. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.